Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня я расскажу о новинке 2020 года Samsung Galaxy S20. В описании к видео я собрал для вас ссылки с лучшими ценами на эту модель. Перед началом обзора поставьте лайк и подпишитесь на канал. Не забудьте включить колокольчик. Кардинальных изменений в дизайне в сравнении с прошлогодними аппаратами в новинке нет. Слегка изогнутый и почти лишенный рамок дисплей, металлический ободок, скошенная по краям стеклянная спинка. Фронтальная камера переместилась из угла в центр, а блок тыльных камер оказался сосредоточен в черном прямоугольнике. Этот блок выглядит довольно изящно, но сильно выступает над корпусом. Девайс представлен в сером, голубом и красном цветах. Киноэкран размером с ладонь. Производитель отказался от рамок и оставил лишь крошечное отверстие для камеры, чтобы ничто не отвлекало вас от погружения в контент на безграничном экране. Они увеличили частоту обновления экрана, чтобы листать любимый контент стало еще удобнее, а ваши игровые сражения разворачивались еще стремительнее. Экран с частотой обновления 120 Гц и ультрабыстрым откликом делает скроллинг невероятно плавным, а высокочувствительный сенсор обеспечивает игровой процесс без малейших задержек. Экран IKEA уменьшает нагрузку на глаза, сокращая вредное для зрения голубое свечение. При этом цвета изображения остаются невероятно яркими и реалистичными. Ультразвуковой сканер отпечатка пальца встроен в экран, распознает ваш уникальный отпечаток пальца и обеспечит надежную защиту смартфона. Компания Samsung усовершенствовала систему безопасности, чтобы ваши личные данные всегда оставались только вашими. Они создали особый защищенный процессор для безопасности вашего пин-кода, пароля, рисунка, разблокировки, а также личного блокчейн-ключа. Платформа Knox надежно защищает ваш смартфон на всех уровнях обеспечения, от программного до аппаратного, чтобы доступ к вашим личным данным был только у вас. Станьте диджеем, даже не находясь за пультом. Функция Music Share позволяет подключиться к смартфону вашего друга по Bluetooth, управлять плейлистами и воспроизводить музыку через аудиосистему, к которой подключен его смартфон. При низком освещении профессиональная камера делает сразу несколько снимков, затем объединяет их в одну безупречную фотографию с меньшим количеством шумов и размытия. А искусственный интеллект в сочетании с ночным режимом сделает снимок четким и насыщенным, как если бы вы снимали при дневном свете. Сверхвысокое разрешение видео. Впервые уровень разрешения видео на смартфоне поднялся до невероятного 8К. Это в 4 раза выше, чем UHD и в 16 раз выше, чем Full HD. Теперь каждый момент вашей жизни будет запечатлен в ультравысоком разрешении. Получайте 33-мегапиксельные снимки из ваших 8К видео. Это совершенно новый взгляд на фотографию. Превратите каждую сцену из вашего видео в снимок грандиозного качества благодаря сверхвысокому разрешению 8К. Так вы еще никогда не снимали. Снимайте как на экшн-камеру. Увеличенный сенсор и специальный стабилизатор компенсируют дрожание камеры, чтобы ваши видеоролики получались не просто плавными, а суперплавными. Совершенно новый способ сделать несколько фотографий одним касанием. Возьмите лучшее от каждого момента. Одно касание и режим мультикадр снимет видео, проанализирует его при помощи искусственного интеллекта и предложит вам несколько разноплановых фото и видео, включая ультраширокую панораму, фото с эффектом боке и многое другое. Мощная оперативная память и усовершенствованный процессор делают смартфон невероятно производительным. Он такой умный, что запустит ваши любимые приложения раньше, чем вы об этом подумаете. Высокая скорость отклика для максимальных впечатлений. Каждая победа выглядит еще эпичнее на безграничном экране. Мощная комбинация программного и аппаратного обеспечения выдает ультрабыстрый отклик, высокую производительность и плавный игровой процесс без задержек, который точно приведет вас на вершину рейтинга. Поместится 750 тысяч любимых фотографий. Все, что вы снимете на мощную камеру, сохранит большой объем памяти. А если вам потребуется еще больше памяти, увеличьте ее до 1 терабайта с microSD-картой.
Телефон поддерживает самые современные диапазоны сотовой сети. Он также оснащен скоростным Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth версии 5.0. Энергия, которой хватит на весь день. Со сверхмощным интеллектуальным аккумулятором емкостью 4000 мАч вам не придется отвлекаться на подзарядку. Смартфон приспосабливается к вашим привычкам и экономит энергию, позволяя вам работать еще дольше от одной зарядки. Возможно, вы захотите поделиться своим мнением об этом смартфоне в комментариях. Напоминаю, все лучшие цены на модель вы найдете в описании. Надеюсь, вы уже поставили лайк и подписались на канал. Если нет, то сделайте это прямо сейчас. Также включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!